Dropped off the map. Dropped off the map. Got lost by myself. Got lost by myself. Posted my cam. Posted my cam. Sat down my shelf. Sat down my shelf. Что, вначале хочется выразить респект нашим друзьям Lobster Production. Давайте им поаплодируем. Большое спасибо за помощь в организации этих съемок. Ребята, профессионалы, любой контент, и вам тоже помогут снять. У них профессиональные режиссеры, продюсеры, монтажеры, визажисты. Поэтому, если кто-то проснется однажды такой, хочу клип, как у Шакиры. Все, мы спокойно, идите к ним, они вам помогут. Давайте еще раз им пошумим. Спасибо большое нашим друзьям. Да, что, вначале давайте знакомиться. Я, как правило, вначале всегда рассказываю немного о себе. Меня зовут Гоша Белбородов, мне 30 лет, я 10 лет занимаюсь стендапом, у меня закрывается один глаз, я слепой на один глаз, и у меня проблемы с этой, как ее... Тихо, я сам. Еще созвучно с глаголом «помять титьки», знаете, память, память, сразу вспомнил, как про титьки, так я сразу вспомнил, хотя у меня тут написано, зачем я выпендривался. Да, у меня проблемы с памятью после ковида, я 2 раза переболел ковидом, у меня полетела когнитивка, я не как-то жестко болел, я не чихал, не кашлял, или я про это не помню, пока такая ситуация. Да, из-за ковида ухудшилась память, чтобы вы понимали, насколько у меня плохая память. Даже если люди в черном ко мне подойдут, вот этой вспышкой своей сверкнут мне в глаз, они просто мне память сильно прям назад время сотрут, знаете. Уилл Смит меня спросит: «Гоша, ты что не помнишь?» Я говорю: «А ты как с плантации сбежал?» И все, и примерно так будем общаться. Очень плохая память, народ, очень плохая, поэтому я обычно выступаю с листочками, как Жванецкий. Я стою просто, как будто он рэпер, знаете, только вот так. Я выступаю с листочками, но я тренирую свою память потихонечку, и сегодня я буду просто, с вашего позволения, подглядывать туда. Вы же разрешаете мне, я буду подглядывать в листочек. Как я буду подглядывать? Давайте хором, одним глазком. Вот так я буду подглядывать. Я как-то не сильно прям готовился к выступлению или что-то такое, поэтому мы можно просто с вами сегодня поговорим. Я расскажу какие-то свои мысли, какие-то свои ситуации расскажу. Не переживайте, я опытный комик, опять чуть образец не сказал. Мне очень нравится эта шутка. У нее есть одна проблемка, она нравится только мне. Я рассказал эту шутку своей девушке, она вообще ноль эмоций, ни одного смеха вообще не было. Я говорю: «Что, вообще не смешно?» Она говорит: «Ну почему? Оставь». Пипец, поддержка, да? Это мне говорит тот же самый человек, к которому я вечером вот так подбегаю, капюшон свой накидываю, говорю: «Внезапная палатка!» И все, она разносится вообще от смеха, просто смеется. 10 лет я занимаюсь уже стендапом. 10 лет занимаюсь стендапом, и я считаю себя опытным комиком. Недавно ко мне подошел мужчина и говорит: «Блин, у тебя хорошо получается, продолжай». А я 10 лет и продолжаю. Я как бы и не останавливался. Но я не стал про это мужику говорить, чтобы не выпендриваться. Чтобы он не сказал: «А, ты уже 10 лет занимаешься? Ну тогда заканчивай, тогда уже можно закончить». Да, я за эти 10 лет вообще много где выступал. На самом деле я однажды выступал в заведении, где зрители сидели сбоку. Прикиньте, все вы и вот там за углом. Как шутить-то? Я к организатору подошел и говорю: «А что, особо опасен шутки по дуге в хе? Как я вообще могу в ту сторону пошутить?» Ни одной шутки про бумеранг, ни одной. Однажды, вот какое у меня было выступление, я на Новый год выступал на кухне перед богатой семьей. Чтобы вы понимали картинку, турбаза, дом, мы выступаем на кухне, возле кухни баня, понимаете, что за пантеон сидит перед нами. Да, слушайте, совершенно замечательное выступление. Как мы поняли, что семья богатая, вокруг их дома стояло очень много людей с автоматами. Вот так мы поняли, что они богатые. Это такие богатые люди, для которых наше выступление – причуда. Концерт на кухне со стендапом. Вот это идея. Я уверен, у них есть фото, где у них Басков на балконе поет, просто, знаете... Или Билан снег вокруг дома убирает ноздрями прям. Нас проводили на 2-й этаж, Новый год, говорят: «Посмотрите обращение президента, потом спускайтесь, выступайте». Ну, странновато, нас приехало туда 3, вошел первый сначала выступать, мы вдвоем сидим, ждем, когда придет первый возвращается, они меняются, ко мне первый подходит, говорит: «Налей водки». Они, говорят, вообще не смеялись: «Гошан, мы отсюда живыми не уедем».
очень настраивает на выступление. Я спустился выступать, я хорошо выступил, и в какой-то момент я прям сильно пошутил. И там какая-то женщина, видать, чья-то теща, потому что она уже была старая, она прям сильно поперхнулась салатиком в этот момент. Знаете, когда я... Она начала сильно кашлять, я вам клянусь, когда она кашляла, я услышал, как сзади меня вот так перещелкнули автомат. Поняли? Просто перещелкнули автомат. Не просто так же вот этот мужчина, который в простыне с крестом вот этот сидел, сзади меня показал, не надо. Просто чисто Октавиан гладиатору вот так палец вверх поставил, поняли? Не так давно я ездил выступать в Воркуту, и я ехал туда на поезде 2 суток. Я боюсь летать на самолете. Кто-нибудь еще боится летать на самолете? Поаплодируйте. Вот мы втроем в Воркуту, чтобы вы понимали, 2 суток. Ну, у меня вообще нет претензий, я очень благодарен Воркуте, потому что в том плане, что у меня, я работаю сценаристом, у меня очень сильно режим сна сбит, и я поэтому 2 суток кайфовал, я отсыпался. Просто прикиньте, как здорово ехать в поезде 2 суток и спать. Еще и с проводницей. Вообще, повезло так повезло. Сильно повезло. Я очень люблю поезда и люблю Гарри Поттера. Кто еще любит Гарри Поттера? Поаплодируйте. О, вас тут гораздо больше. Так, ты поаплодировал, брат. Как тебя зовут? Влад. Влад, у тебя есть патронус? Да, я так и знал, врешь, как Драко Малфой. Я так и понял сразу. Ладно, не обижайся, это шутка, Плакса Миртл. Я настолько сильно люблю Гарри Поттера. Если у меня спросите, Гоша, а у тебя есть волшебная палочка? Мой ответ будет и не одна. Понятно? У меня куча волшебных палочек. Я люблю ехать в поезде и возить с собой волшебные палочки. Потому что я, когда еду в поезде, у меня с собой волшебные палочки, я представляю, что еду в Хогвартс. Но такой Хогвартс, который в Воркуте. Поняли? Вот такой Хогвартс. Это когда тебя на перроне встречает Хагрид, он курит сигарету, приехал за тобой на Ниве. Вот такая примерно школа. Я люблю, когда я еду в поезде, представлять что-то, фантазировать насчет волшебной палочки. Я подумал, было бы прикольно подойти к проводнице, сказать, почем печенье? Она говорит, юбилейное 250. Ты говоришь, юбилейное 250, ты что, офигел, остолбенее? И все, и забрал свои печешки, покушал. Когда я подъезжал к Воркуте, вот с чем я столкнулся, я не ожидал этого увидеть, я увидел кучу дельтапланистов. Не знал, что они так из города уезжают, но... Куча дельтапланистов. Я потом спросил у жителей, они говорят, да, правда, у нас есть территория, где ребята тренируются. Самое прикольное было, что когда я ехал в поезде, смотрел в окошко, дельтапланист прям слишком близко к окну подлетел, знаете. Я думал, в какой-то момент мы с ним поравняемся, он такой, добро пожаловать. Поняли, и просто пролетит дальше. Я такой, ничего себе, Леонтьев. Или чей это дельтаплан? Да, я реже стал выступать, если честно, и поэтому у меня весь анализ жизни быстро проходит. Иногда бывают скачки такие, что я появляюсь через какое-то время, выступаю, люди такие, у него опять какие-то новые события происходят в жизни. У меня нет родителей, я заметил за собой, что я начал взрослеть не по своей воле. Знаете, я постоянно себя ругаю за что-то. Например, я себя ругаю за то, что я постоянно прошу снисхождения у людей. Я слепой, и если рядом есть человек, мне проще его попросить. Я его вот так просто, знаете, локоточком говорю, скажи, что там? Он говорит, ты что, в натуре не видишь? Я говорю, ну я слепой на один глаз. Он говорит, блин, Гошан, 2 собаки слиплись и мешают проехать таксисту. Я говорю, а, собаки слиплись. Я думал, что перекати поле на одном месте крутится вообще, что? Так, а где таксист? А, снимай все на телефон. Все правильно, потому что он таксист-то просто так в душе, это он порно-режиссер, все это знают. Мне 30 лет, и я устал подстраиваться под людей. Если честно, устал под них подстраиваться, они вряд ли обо мне подумают. И я поэтому начал немножко наглеть, я прям требую понимания от остальных людей. Я работаю сценаристом, и однажды ко мне редактор подошла, знаете, и она говорит, Гош, в сценарии нет имен участников. Я говорю, зайка моя, я не помню имен. Она говорит, ну как так? Я говорю, зайка моя, я не помню имен. Ты думаешь, просто так 2 раза тебя зайка назвал? Я вообще не понимаю, кто ты. Я вот что за собой заметил, я неудобен для людей. Я постоянно опаздываю, постоянно что-то забываю. И в противовес этому я компенсирую тем, что я добрый. И так не я решил, так люди говорят, что я добрый. Они говорят, что я когда в помещение захожу, становится как-то лучше, становится как-то светлее. Представляете, меняется прям аура в помещении, когда я захожу. Я пришел как-то в офис, мне на рецепции девчонка говорит, хорошо, что ты пришел. Вообще прям настроение в лучшую сторону поменялось. Вообще неохота повеситься. А я в Доталово добрый. Я говорю, да не стесняйся, что-то я... Понедельник, все понимаю, все тупят. Хочешь, я стул выдерну, хочешь, раскачаю напоследок. Я настолько сильно добрый. Из-за того, что меняется аура в помещении, когда я прихожу, я теперь боюсь заходить на оргию нечаянно. Знаете, что все трахаются, а я зашел такой, мужик такой, какой камшот, Ирина, сейчас бы песню петь, и пошел просто в танцы.
Потому что Гоша зашел. Стоп, анал, добро в здание. Да, я вот что заметил за собой. Мой ребенок внутренний и мой взрослый внутренний, они теперь объединились, наконец-то встретились. Я поэтому делюсь каким-то своим опытом, что-то рассказываю. Я с посттравматическим синдромом. Я очень боюсь умереть, и мне постоянно все страшно. Я сейчас стараюсь разучиться пугаться. Вот на каком примере это случилось. Я сейчас кайфую, я смотрю видео, где нейросеть смешивает страну и супергероев. Вы хоть раз видели бразильского супермена? Он в шортах. Это пугает. Ну, чувак, который может снести с собой дом в шортах. Ему жарко. Вам вообще не страшно? Но он может пополам вас разломать, сказать «самба, сиджамба» и просто вот так вашими двумя половинками идти танцевать, а он будет в шортах. Меня так это напугало, но я потом проанализировал ситуацию, когда появилась следующая картинка, где он был в шортах и поверх трусы. Это уже не так пугает. Если на тебе шорты и поверх трусы, тебе можно палкой дать. Вообще никто не боится такого человека. Я оглядываюсь потихоньку на свой опыт. Я был женат, 9 лет был в отношениях, 2 года был в браке, 7 лет мозг... Я такая математика, такая математика. Я очень многое понял о женщинах, пока был в браке. Вы, оказывается, девчонки, умеете любить мужчин любыми. Вам пофигу. Закрытый глаз, закрытая головка члена, закрыт на зоне, вам по барабану. Вы любите, вы все равно любите. Мужчины, к сожалению, так любить не умеют. Если у вас есть какая-то особенность, и мы с ней сталкиваемся, мы так пугаемся вначале, так удивляемся. В смысле ты, когда кончаешь, поешь песню «Саул»? Чего вообще, блин, вообще непонятная ситуевина? Вы, оказывается, девчонки, еще умеете нас унижать на тонком психологическом уровне. Мы даже не понимаем, что униженное. Мы стоим такие, а что не так, Наташа? И все вот это... Потому что мы туповатые, знаете. Я на жене на свои эти фразы все словил. Знаете, вот эти фразы, когда я всегда вижу, когда ты мне врешь. На пон берет. Если ты знал, как я тебе вру, мы бы не сошлись, блин. Давайте будем честными, давайте будем честными. Иди переодевайся, я с бомжом никуда не пойду. Это что за унижение такое? Ну, ты же мне эти вещи купила в Бershka. Почему я бомж, что ты мне подбирала стиль? Однажды мне моя жена сказала такую фразу, которая очень сильно по психологии меня ударила. Она говорит, а я что-то не поняла, кто тебе разрешил брать мой йогурт. Может, тот факт, что я его купил? Это мой йогурт, я его купил. Давайте разбираться, девчонки. Это нечестно, не делайте так. Фраза вот эта, я всегда вижу, когда ты мне врешь. Девчонки, мы не всегда вам врем. Иногда мы правда не помним, смыли или нет. Но это не какая-то внушительная информация. Иди переодевайся, я с бомжом никуда не пойду. Как было на самом деле. Я надел трико, кофту с капюшоном, она платье, накидку, и мы оба пошли ночью в перекресток. Вот так вот было. Кто из нас странно одет вообще, по сути? Там даже если охранник будет нашмонать на выходе, не факт, что из-за меня. Это ты могла что-то с***ть под платье. Я в трико сток не наложу. И вот эта фраза, кто тебе разрешил брать мой йогурт? Как было на самом деле? Мы пришли с ней в магазин. Я говорю, будешь йогурт? Купите йогурт. Она говорит, это значит не буду. Правильно? Ну, я говорю, сделай минет. Она говорит, и не делает. Правильно? Это значит нет в словаре Гошана. Я сделал ошибку. Я взял 2 йогурта. Ананасовый и клубничный. И моя жена где-то у себя в башке решила, что клубничный – это бабий йогурт. А я испытываю реальную психологическую вину за то, что съел свой йогурт. Ну, понимаете, я потом йогурты ненавидел. Я заходил в магазин, видел йогурт и такой, нет, хозяйка будет ругаться. И просто вот так уходил с магазина. Я однажды рассказал эту шутку про хозяйку, и в зале где-то вдалеке услышал, я больше так не буду. Мужик говорит, Наташа, он про стропон ни слова не говорил. Ты что начала-то? Так, немножко осталось. Вот что еще я заметил по поводу женщин. Нельзя к вам лезть, когда вы злые. Мужики, проще хостел снять. Проще уехать вообще из хаты на этот вечер. А мы постоянно лезем к вам, девчонки, когда вы злые, потому что вы портите атмосферу в квартире. Я любил ту добрую, не вот эту злую. Я любил ту, которая мне 500 рублей вчера дала на проезд. Вот эту я люблю, а не которую кто-то на работе разозлил, она меня везде называет конченой. Я не люблю вот эту женщину. И поэтому мужики постоянно к вам лезут, пытаются все изменить, но мы тоже, конечно, туповатые, прыгаем на абразуру вот эту. У меня жена была злая, как я понял, что она злая, она что-то готовила, она не нарезала морковь, она убивала морковь, она за что-то ее казнила, я вам отвечаю. Я решил вмешаться, я подхожу, говорю, злая. Она стоит с ножом, у нее следы вот здесь на лице от свеклы, как будто кровь, поняли? Она на меня смотрит, говорит, хочешь, я тебя пырну? Поняли? Сразу криминал, сразу криминал.
Мне терять нечего, я назад отошел, говорю, а что злая, поняли я уже? Весь в слезах. Бегите, мужики, она все равно не расскажет. Она попозже расскажет, что она злая. Все это мусорное ведро будет на тебе, просто чуть-чуть попозже. Знаете, в какой-то неудобный момент, когда ты в душе моешься, она с ножом забегает, говорит, Вика, это тупая на работе, и начинаете все это рассказывать. Там главное писюн спрятать, потому что она ножом машет, как дирижер. Это вообще очень страшно. Но справедливости ради стоит заметить, что мужчины не умеют вас поддерживать, девчонки. Вообще не умеем вас поддерживать. Не в смысле, когда вы с двумя пакетами из магазина идете, а я сзади иду такой, а, Оксана, не до такой степени. Поддерживать на словах. Мы не знаем, какие вам слова подобрать. Мы в такие моменты, когда вы что-то волнуетесь или нервничаете, мы вас пытаемся что-то типа это, подколоть. Моя жена мне говорила, что у меня в этот момент улыбка как ублюдка. Это, если что, вот такая. Вот это, когда энцефалитный клещ долез до мозга. Поняли? Вот это вот лицо. Я пошел с моей женой, она пошла устраиваться на работу, у нее было собеседование, я зачем-то пошел с ней. Взял с собой что? Правильно, свою тупую рожу. Я захватил ее с собой. Мы сидели перед собеседованием, моя жена очень сильно волновалась, у нее прям потели ладошки. Я решил ее поддержать, я в какой-то момент повернулся и говорю, сыкотно. Она говорит, как это? Поняли вообще весь гнев татарского народа я на себя испытал в тот день. Не знаю, всегда хотелось в отношениях каким-то быть таким незажатым мужиком, знаете, чтобы жена или женщина не запугивала тебя. Я видел такую пару, такая тучная женщина и уже такой старенький мужичок шли по рынку и спорили из-за мыла. Она говорит, 37 рублей оно стоило. Он говорит, Наташ, ну нет, по-моему, 47 же там было. Она говорит, ты что, долб***? Там было написано на ценнике 37. Я шел мимо, не выдержал, мужику на ухо говорю, не сдавайся. Он говорит, не 47! Я не знаю, что с ним. Я пошел мимо, по-моему, она его сумкой в землю вбила. Я не уверен, жив ли он. У меня жена, она на 5 лет младше меня была, и я в отношениях вообще никогда меня по имени не называла. Знаете, я всегда зайка, котенок, осел, но по имени вообще никогда не называла. А во время секса только по имени. Так жутко. Мы с ней занимаемся сексом, она говорит, да, Гош. Я ждал, да, Георгий Алексеевич, да. Не знаю, что она от меня хотела. Да, Гош, это что за слово такое, да, Гош. Она как будто призывает румынского демона, поняли вот это, да, Гош, цепишь, слыхали за таких? Я во время секса тишина. Я не издаю вообще никаких звуков, я вам отвечаю. Есть же, девчонки, да, стереотип, что мужики ублюдские звуки издают во время секса? Кряхтят, зовут мать. Я нет, я вообще я не издаю никаких звуков. Я вам больше скажу, я буду зверски трахаться, мимо пойдут фашисты, хер они меня найдут. Понятно, меня вообще никто никогда не найдет. Вообще, заниматься сексом и разговаривать очень глупо одновременно. У меня была такая история. Я был, когда моложе, был на вписке, занимался сексом с девчонкой. У нас друзья уехали за пивом, и они вернулись в какой-то момент. А у нас балкон был открыт, второй этаж, лето, тепло. И мои друзья звонят, говорят, Гошан, впусти нас домой. Я говорю, я трахаюсь, и выкинул телефон. Я такой друг. И мои друзья на меня обиделись и начали мне туда, на балкон, наверх кричать, «Чтобы у тебя упал! Чтобы у тебя упал!» А вот эта девчонка, она на мне сверху скакала, хотела меня как-то психологически защитить, она на меня скачет и говорит, не слушай их. Странное чувство, как будто трахаешь шизофреничку, знаете. Сейчас расскажу один момент, я сейчас не хвастаюсь и не выпендриваюсь, просто так получилось. Однажды у нас с женой был такой момент, у меня жена испытала подряд 3 оргазма. И хорошо, что я вам про это рассказываю, я чуть не сдох, я, клянусь, чуть не помер. Да, но меня не этот момент даже повеселил. Вот какой есть прикол в сексе у всех, каждой пары. Знаете, есть такой момент, когда мужик уходит в закат после секса. Поняли, когда свет из ванны вот так чуть-чуть идет, и вот это херачит с голой жопой, вот этот ковбой, потому что он отстрелялся. Поняли, он уходит в закат. Стоит отметить, что у нас ужасные жопы, мужики. Я ужасные жопы, эти булки Хиросима и Нагасаки, мы их называем. Но они свою функцию выполняют, они внушают ужас. Это уже работает. И когда я вот так уходил в закат, моя жена лежала и говорит, «Зай, я тебе что-нибудь должна?» Я повернулся, говорю, «Помой меня, потому что у меня даже пальцы онемели». Все, молодцы, финалим.
Да, насчет секса, ну, на самом деле, вы, девчонки, прекрасные создания, и так, это уже известно давным-давно, но, если честно, вы небольшие читеры в плане того, что вам очень сильно помогает ванна. Вы из ванны какие выходите? Чистые, мокрые, свежие, сексуальные, отсюда пахнет кокосом, отсюда ванилью, не баба, а чизкейк, пипец, так вкусно, так вкусно. Мужик какой выходит из ванны? Чистый, мокрый, все. Бывает исключение мокрый, грязный, потому что мы не умеем мыться. Поняли? Мужики не умеют мыться. У меня знакомая говорит, что у нее муж уходит, когда в ванну, он говорит, ну я не весь сполоснусь. Уходит весь, обмоется не весь. Вот такой прикол. Ну, а... Серьезно, потому что это с детства идет. Вам же в детстве говорят, что ты должна следить за гигиеной. Ты принцесса, ухаживай за собой. Мужику до 40 лет, помой руки, помой руки, помой руки. У кого ноги воняют, говорит, помой ноги. И все, и так и живем. А поаплодируйте, у кого был секс в ванне. Поаплодируйте, у кого был секс в ванне. Да, у меня тоже был секс в ванне, и мне не понравилось. Я упал. Я мало того, сам упал, я и жену так в подкате подбил, поняли, она сверху упала на меня. Там даже мужик на шампунь сделал. Эй, вы как там, вы живые? Секс в ванне ужасная вещь со стороны, потому что нельзя на это смотреть. Знаете, два взрослых, голых человека в чугунном тазу. Вот это нестандартный скейтборд, куда мы едем? Вообще неприкольная картинка. Ну и неудобно, потому что там позы какие? Она хыть, ты хыть, у кого стиралка креативит, начинает вот этой штукой заниматься. А кто-нибудь делал хоть раз романтик в хрущевской ванне? Поаплодируйте. Вот нас двое, мы вот в Иркуту на поезде едем и романтики делаем. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Чуть-чуть водичка прибавляется, потому что мы в целом терпим крушение. Поняли, у нас мы тонем. Я ей надавил туда, она мне надавила сюда. Мы сейчас куда-то поплывем вообще, куда-то поплывем. Я, как джентльмен, сел там, где дырочка. Между нами вот эта доска для белья. Это у нас стол, у нас банкет, у нас конфеты, присохшее мыло, газики в шампанском, газики не в шампанском. Вот такая картина. И, казалось бы, еще вчера в этой ванне ждали своей смерти раки. А уже сегодня мы добавляем огонька в отношения. Большое спасибо, народ, что поговорили. Вы прекрасная публика. Пока-пока.